Время игр закончилось. Ты и твои друзья больше не веселите меня. Скатертью дорога. Теперь ничто не остановит меня от моей мести. Ребекка, где я? В безопасности. Ты как? Кто мог такое сделать? Наверное, они были подопытными в исследованиях Маркуса. Он должен прекратить возиться с главным вирусом. Билли?
Разделимся. Хорошо. Идем! Хорошо.
Идем. Поняла. Thank you.
проверю. Ага.
Идем. Хорошо. Я пойду один. Поняла. Сюда. Хорошо. Добро пожаловать. Я очень рад, что вы пришли на вечеринку. Вы все-таки виновники торжества. А это ваши поминки. Кто ты? Доктор Маркус? Нет, не может быть. Что происходит? 10 лет назад Спенсер убил меня.
Время умирать, доктор. Я присмотрю за твоими исследованиями. Вескер Биркин. Однако произошло нечто невероятное. Он принял Т-вирус в мои королевские годы, чтобы плодить новую жизнь. Я выжил. Теперь я свершу месть над Амбреллой. А мир сгорит в адском пламени ненависти. Ты заплатишь за это. Давайте же узнаем, кому из нас суждено умереть.
Это королева! Самоуничтожение активировано. Весь персонал должен немедленно эвакуироваться. Кто активировал систему самоуничтожения? Давай же, она не может ехать быстрее! Солнечный свет. Нам надо открыть окна. За мной! Займись окнами. Поняла. А я отвлеку ее своим обаянием. Немедленно.
вам немедленно. Королева! Пируй! Билли! Ребекка, скорее! Должно быть, это старый особняк, о котором говорил Энрико. Кажется, нам пора прощаться. Официально Билли Коуэн мертв. Да, теперь я зомби. Спасибо. Ребекка.
Just you.